Алексей, у меня такая психологическая травма, которую мне нанес Аэрофлот, что надо... Давайте еще раз выпьем. Бар закрывается, рассказ обрывается, и сделать заказ в последний раз. На сегодня есть пару мгновений у вас, мечты не сбываются, и бар закрывается. И только печаль, показалось, ушла. Нужно встать и идти непонятно куда. Тает хмельной дурман, сладкий самообман. И ночной магазин не сегодня как дом. Асфальт мне и стол, и просторный диван. Бар закрывается в нули, вагон и грязные улицы. Огни горят в моей душе, как свет надежды и любви. Но в темноте они уже не бывают. Бар закрывается в нули, и грязные улицы. Огни горят в моей душе, как свет надежды и любви. Но в темноте они уже не бывают. И расползается люд по домам, постелены снам, в обществах милых и не совсем дам. Бармен считает чай, старик не серчай, прощай. Но жизнь вещи еще так, и дожить до утра так не просто бывает нам всем иногда. Бар закрывается в нули, и грязный. Как свет надежды и любви, но в темноте они уже не бывают. Бар закрывается в нули, и грязные улицы. Огни горят в моей душе, как свет надежды и любви, но в темноте они уже не бывают. Сибирь, спасибо за прием, друзья, для вас приятно играть. Дайте шума! Бар закрывается в нули, и грязный. Как свет надежды и любви, но в темноте они уже не бывают. Бар закрывается в нули, и грязные улицы. Огни горят в моей душе, как свет надежды и любви.